Всем привет! Я Дмитрий Климчуков, приветствую вас на канале о контекстной рекламе. Обязательно подпишитесь на канал, ссылку вы найдете в описании к этому видео. Сегодня я вам расскажу о том, где размещается контекстная реклама. Не забудьте поставить лайк после просмотра. Итак, контекстная реклама делится на два вида – поисковую и тематическую. Это определяет место показа объявлений. Поисковая реклама, как подсказывает само название, размещается в результатах поиска в ответ на запрос пользователя. Объявления располагаются выше или ниже органической выдачи и имеют пометку «реклама». В Яндексе мы можем увидеть под строкой поиска блок до трех объявлений, который называется блоком спецразмещения. Также есть блок под результатами поиска, это гарантированные показы или динамические объявления. В Гугле же над результатами поиска показываются 4 объявления и 3 под результатами поиска. Объявления относятся к числу наиболее эффективных, так как их содержание соответствует текущим интересам пользователя. Другой вид – это тематическая контекстная реклама. Она формируется на основе таких факторов, как интересы пользователя и тематики самой площадки. Объявления размещаются на странице сайта, входящие в партнерскую сеть рекламных систем. В Google AdWords это контекстная медийная сеть, коротко КМС, в которую входят партнерские сайты, мобильные приложения, различные сервисы Google, в том числе и YouTube. А в Яндекс.Директе это рекламная сеть Яндекса или просто RSIA. Рекламные объявления в RSIA и КМС показываются по трем принципам. По тематике, когда реклама по содержанию перекликается с тематикой сайта. По интересам пользователя, в том случае объявление учитываются данные его действия, что он искал, какие сайты посещал, что покупал. По поведенческим факторам, когда объявления догоняют без 5 минут покупателей, недавно изучавших тот или иной товар или даже услугу. Эта технология носит название ремаркетинг или ретаргетинг. Для ее работы на сайте рекламодателя обязательно должен стоять счетчик Яндекс.Метрики и Google Analytics с настроенными целями. Тематические объявления отличаются от поисковых структурой, оформлением. Например, в RSIA можно добавить изображение. Это повышает наглядность, кликабельность и эффективность рекламы. А в Google AdWords можно использовать баннеры различных форматов, статические, анимированные и даже видеообъявления или графические оверлеи. Итак, я рассказал вам о местах размещения контекстной рекламы. Жду обратной связи от вас. Не забудьте оставить комментарий. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем лайк!